Всем привет, ребят! С вами, как всегда, ваш канал «Дневник системного администратора». И сегодня я хотел бы вам показать и рассказать, как можно сделать шуточный вирус. Да, вы можете подколоть своего друга, учителя по информатике и, в принципе, кого хотите. Но, смотрите, конечно, делайте это все дело с умом. Итак, для того, чтобы создать шуточный вирус, нам нужно создать, естественно, текстовый документ. Нажимаем «Создаем текстовый документ», открываем текстовый документ. Переходим на английский язык и здесь пишем старт и делаем пробел, указываем процент, указываем 0, делаем пробел, указываем процент и ставим 0. Далее выбираем файл, выбираем сохранить как. Например, давайте напишем вирус и нажмем точечку и укажем расширение BAT. Нажимаем сохранить. Выбираем сохранить на рабочий стол. Как видим, вот получается наш вирус. Далее, например, вы можете данный вирус загрузить, естественно, в автозагрузку. Получается, когда вы перезагрузите компьютер, и с помощью автозагрузки данный вирус сразу начнет работать у вас на рабочем столе. Но я этого пока делать не буду. Я вам покажу, как добавить в автозагрузку. Нажимаем Windows плюс R и вводим вот такую вот команду Shell Startup. Получается, мы попадаем в автозагрузку. Мы перетягиваем, например, копируем данный батничек и, например, вставляем его в автозагрузку. Видим, вот так вот. Вставили. После этого перезагружаете компьютер. И когда компьютер только загружается, естественно, данный вирус начинает себя проявлять. Но, например, можно сделать в автозагрузку, зайти, открыть просто проводник. Вверху пишем автозагрузка, на русский перейдем. Нажимаем, нажали Enter, и, как видим, мы попали в автозагрузку. То же самое перетягиваем сюда. Но я вам покажу принцип действия. Я запущу просто батник. Но предупреждаю, чтобы остановить данный вирус, вам нужно будет нажать сочетание клавиш Alt плюс F4. Вместе нажимаете Alt плюс F4, и тем самым вы его остановите. В некоторых случаях, конечно же, вы не сможете его остановить, и вам нужно будет загрузиться в безопасный режим и удалить с автозагрузки данный батничек. Ну, в принципе, меня всегда прокатывало, и я смог его останавливать только с помощью Alt F4. Итак, давайте я вам покажу, как это будет выглядеть. Нажимаем, как видим, вот, и видим, пошло. Нажимаем Alt F4, и мы остановили. Видим, у нас, в принципе, открылось очень множество разных окон. Мы нажали Alt F4, и мы тем самым остановили. Теперь можем закрывать. Видим, закрываем. А вы, например, должны будете, если вы это дело запустили в автозагрузку, нажать Windows плюс R, зайти в автозагрузку и полностью убрать отсюда данный вирус. Вот, в принципе, я думаю, такой шуточный вирус очень, естественно, будет прикольно, например, над кем-то поизвращаться немного. Можно над преподавателем, можно над другом, можно над коллегой и так далее. Я думаю, данное видео вам понравится. Это прикольно, это не настоящий вирус, но модификация, в принципе, похожа на настоящий. С вами был канал Дневник системного администратора. Если вам зашло данное видео, ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, делимся видео с друзьями. Всего вам хорошего. До свидания.